Всем приветики. Купил себе такие три антистресс мячика. Вот они в такой вот упаковочке получаются. Вот оно. А отличаются они своей жесткостью. Этот мягкий, этот оранжевый тверже и красный самый твердый. И типа здесь дырочки есть такие вот, чтобы их понажимать можно было. Вот такие вот штуки. Так, сейчас мы их откроем. Опа, как легко открываются. Так, это сама упаковочка, она нам больше не нужна. Такая вот упаковочка. Отложим ее куда-нибудь подальше. Вот, это бумажка, с которой они были. Мячи антистресс. Торрес. Сделано в Китае. Так, дизайн в Испании, что ли? Так, здесь что у нас? Экспандер кистевой. То есть это может быть антистресс. И как антистресс, то есть ты жмешь, успокаиваешься, так и экспандер. Ну, то есть экспандер — это то, чем можно накачать руки. То есть можно и руку качать, и как антистресс, то есть успокоительное такое использовать. Вот, потом еще он с полиуретана сделан, диаметр 6.5 сантиметра, 3 штуки. А срок годности не ограничен. Вот, тоже нам уже не надо. Вот. Ну и сами они, вот они три штуки такие. У всех лол. Смайлы есть такие. Три разные мордочки. Прикольно. Один получается твердый. Вот он жмешь, так тяжело сжимается. Второй помягче лучше сжимается. И третий самый мягкий такой. Вот он самый такой классный. Вот такие вот мячи, ну прикольно как бы, удобно. Я просто брал как бы, ну просто посмотреть, что это такое. Не потому что мне они нужны, а просто так как бы. Пускай будут на всякий, вдруг пригодятся. Ну со временем, я думаю, эти смайлики сотрутся. Ну понятно же, что с мячиком ничего не станет. А вот от нажатия всякие, от того, что он будет трется, оттертись об поверхности, оно сотрется со временем, от нажатия тоже сотрется. Но пока что оно есть, как бы. Сама поверхность такая слегка блестящая, где-то есть такой, вот он. Слегка, вот он такой, видно, пятно такое уже матовое. Наверное, в той дырочке лежало, где вот можно трогать, где-то вытерлось. Но в целом так неплохо довольно-таки. Этот вот такой самый такой вот тяжело нажимаемый, реально как экспандер, можно руку качать. Этот уже получше нажимается, и этот вообще очень хорошо нажимается. Этот можно как антистресс, реально такой мягкий. А вот этот уже как экспандер, реально можно руку качать туда-сюда, он такой твердый. А этот мягкий такой, довольно-таки неплохо. Неплохо жмется. Такие вот три прикольных мячика. Этим сидишь такой, просто балдеешь, а этим руку качаешь. Можно, мне кажется, можно их и два сразу взять. Не, два. В принципе. Ну, этот, ну, видно, этот сильно сжимается, а тут... Ой-ой-ой. Все улетает. Такие вот прикольные мячики. Набрал их, кстати, чтобы попробовать как подставку вместе с этими. Эти, понятно, можно ими что-нибудь подпереть. Они, кстати, тоже два твердые. Один почему-то этот не нажимается, а этот нажимается хорошо, как подставку. Попробовать вот под... Но этот будет плохо, как подставка. Этот получше, а этот, мне кажется, вообще норм так подпереть. Идеально будет, наверное, вот. Такие вот. Ну и вообще, и даже если просто как самому... юзать. Вот этот вот самый прикольный, самый такой мягкий, самый такой классный. Такой прямо нормальный. И он такой, типа, язык высунул. Типа, задавили, глаза выпучил, язык высунул. Как будто реально его придавили. Блин, прикольно. А вот этот веселый, типа, опа, меня так просто не сожмешь. А этот более с такой ехидной улыбкой, типа, а меня вообще, типа, не сожмешь. Блин. У этого прям реально такое лицо, что он знает, что его будут давить постоянно и сильно. У него аж язык вылез от сдавливания. Ну, блин, прикольно. Такие вот мячики, вот. Как-то так. На этом все, всем покедова.